очень хорошо, министр. Алексиос, все должно было быть по-другому. Много лет назад люди собрались вместе, чтобы воплотить в жизнь теорию, которая могла управлять Вселенной. Теорию о том, что в мире поровну порядка и хаоса. Но... хаос завладел умами некоторых из них. Так родился культ космоса. Они повергли Грецию в пучину войны, остановить которую было твоей судьбой. Ты уничтожил культ. Я в этом не преуспел. Ты герой. Но у этой победы есть своя цена. Без хаоса наступит царство порядка. Не будет ни прогресса, ни свободы. Но надежда есть. Надежда на тебя. Надежда на будущее. Нам надо исправить ошибки прошлого. Используй жезл. Верни баланс во Вселенную. Мир рассчитывает на тебя. Тебе надо снова стать героем. Так, ты все видел, да? Так красиво. Правда ведь? Что ты тут делаешь? Теперь все члены культа мертвы. Ну, почти все. Что? Это правда. Я была их лидером совсем недолго. Потом появилась твоя сестра, и цели культа изменились. Ты была заодно с ними? С культом? Правители в Греции действовали неверно. Культ хотел начать все с чистого листа. Путем разрушения, подкупа. Они развязали войну, в ней гибли люди. Мы правда разожгли войну. Все было под контролем. До поры до времени. Тогда мне разонравились наши методы. Я думал, вы с Деймос вместе. Все оказалось сложнее. Ты ведь знаешь, ей нельзя управлять. Она захватила власть, и ее слово стало иметь больший вес, чем мое. Малака! Вы искали нас! Нет, вашу семью. Люди вроде Леонида, тебя, всегда были угрозой. Но ты приятно удивил меня. Ты не такой, как Деймос. Ты упустила меня! Я был у тебя в руках! Ты дал мне надежду. Я думала, ты поможешь мне уничтожить то, чем стал культ. И сам того не зная, ты помог. Ты не лучше их. Разрушаешь все вокруг. Изначально все было не так. Мы просто хотели сменить политический курс. Я хочу понять, что это за пирамида? Как действует? Откуда она у культа?
Я и сама пытаюсь в этом разобраться. У меня тоже нет ответов на эти вопросы. Культ поклоняется этой пирамиде десятилетиями. Она заменила Дельфийского оракула, чьим пророчеством внемлет вся Греция. Мы используем веру людей в пантеон мертвых богов, чтобы изменить человечество ради своей выгоды. Пирамида позволяет увидеть будущее. Но не каждый может ее использовать. Только Деймос и другие твоей крови. Но ты ведь что-то видела. Не знаю почему, но видение и правда было. И о чем же? О тебе. В видении ты уничтожил пирамиду, и культ тоже. Я знаю, что будет дальше. Когда культ падет? После нас возникнет новый порядок. Власть будет в руках царя-философа. Люди начнут забывать о старых богах. И появится рациональное общество, созданное людьми и для людей. Мне нужен кто-то, кто их поведет. Но хаос, распространяемый культом, не позволит этого достичь. Так что я не буду мешать культу космоса развалиться самостоятельно. Так, Перикл знал об этом? Я хотела защитить его, потому молчала. Он бы попытался вмешаться. Но он не должен был погибнуть, и это правда. Ты бывала не права. Но тут поступила мудро. Ты ведь знаешь, Греция занимала все мысли Перикла, сказав, я бы погубила его. Так, и что будет теперь? Займемся главным. Создадим новую республику с единым правлением. Вот наша мечта. Пока лишь мечта. Недостижимая. Забудь все, что знаешь. Вообрази, это не демократия. Никаких склок, лишь граждане, что трудятся на общее благо. Безумие. Ничего не выйдет. Уже не вышло. Не безумие, просвещение. Со временем жители Афин поймут, что давно мечтали об этом. Даже ты. Навряд ли. Ты всегда был независимым. Хватит. Нужно, чтобы ты доверился мне. Поверь мне, мы претворим мечту в жизнь. Уходи. Строй свою республику. Лидером стану не я. Нам нужен кто-то просвещенный как философ и мудрый как царь. Таких нынче немного. Я бы не справилась без тебя, Алексиус. Ты на верном пути. Я делаю то, что должно. Значит, у нас одна цель. Алексиус, у тебя много дел, дитя. Алексиус! Грядет буря. Она меня не страшит.